Что это такое? Окуня щука схватила, окуня щука схватила. Смотрите. Слетай давай. Приветствую. В общем-то, приехал я на водоем, думал вечером поплаваю с лодочкой, попробую окушка ловить, но такой ветер, блин, разгулялся. Вроде выезжал, нормально было, а тут озерцо вроде и небольшое, но реально такой ветруган дует. И думаю, сейчас выплыву, блин, и ничего там не смогу сделать на своих веслах. Примерно недельку назад я был тут. Ну, окушок клювал, пару таких более-менее словил, но в основном небольшие были. Ну, зато клювали как. Ну, ветер прям жесткий. Особо вообще не половишь тут на грамме, даже и на 2, наверное, не половишь. Не, ну 2 грамма слышно, кстати говоря. Хоть и ветер пониже опускаешь кончик, чтобы плетенка упала, погрузилась в воду, и все. Первый пошел. Кстати, неплохой. Прям взял вот тут вот под лодкой. Вот он, первый окушок на китайский силикон. Красавец такой окунь. Вот такой силикончик. В прошлый раз я когда тут был, этот силикон вообще просто бомбически работал. Вот он. Я не знаю, тут где-то 2,5 дюйма. Такой червячок. Вот первый окушок. Красавчик. Фига себе, лодка у меня спустила. Где-то она так травит-то. Самая лодочка опять. Вон 2 лебедя плывут с мальками. А, это щечка небольшая. Я думал, это хороший окунь, а это щечка небольшая. Сошла сама. Ну вот, но опять же на этого червяка. Что ж, он не срезала, развалила, конечно, на его. На другие приманки вообще не было поклевок. На эту вот сейчас сошел окушок, и вот щучка взялась, ушла освоясь. Кстати, вопрос у света. У меня вот есть зеленый такой, где он, кислотный. Вот, такой же самый, только кислотный. Это к вопросу цвета. Важно для окуня цвет или не важно для окуня цвет? В прошлый раз я когда был, у меня были на каждой проводке удары. Но я только одел кислотный, такую же приманку. Все. Все как обрезал. Где-то проводок 5 я сделал. Один, наверное, ударчик был небольшой, и все. Только одел обратно это машинное масло. Все, сразу пошли поклевки. Пошла рыба. Это к вопросу цвета. Силикон, в принципе, вообще дешманский. Очень дешманский. Я ссылку оставлю. Там, по-моему, 2 что ли доллара 50 штук. Самое главное, ловит дешевый и съедобный. Ну, короче, вообще разрекламировал, как будто сам его делаю. Опа, еще
Ну вот. Вот такой вот еще один пассажир. И что, кстати говоря, об этом силиконе, да, я что-то уже, сейчас уже добью эту тему. Силикона, была у меня рыбалка, ну не знаю, может с месяц назад. Ничего не работало, я там несколько мест объездил, еще был запрет. И в общем вот этот силикон отлично работал по судочку, только вот тот зеленый, что я показывал. В общем, только на него тогда клювало тоже, только на зеленый. И мелкий судачок. Я пробовал разные приманки. Наверное, одного судачка я поймал на твистер. И может у меня... Опа. Опа. Наверное, опять щучка. А нет. Что-то сегодня все хорошие окуни под лодкой берут. Опа. Вот это уже красавчик. Вот только лодка у меня, короче, сдувается. Я ее уже раза три, наверное, подкачивал. Не знаю, где дырка, но... Тут вот недалеко, если что, плыть. Блин, не хочется, если честно, плавать и идти ко дну и тонуть. Сейчас одну проводку и буду подкачивать. Вдруг он тут не один был. Есть. Есть, есть. Ну только... Да, неплохой вроде. Но мне кажется, что это щучка. Как-то по-щучьему сопротивляется. Да. Шнур. Так аккуратненько она так взяла. Нет, ну ловит червяк же. Не зря я его тут расхваливаю. Стоять. Готова сдаваться. Ну, щучка бойкая, хоть и мелкая, но бойкая. Давай плыви сюда, чего ты? Я тебе все равно отпущу. Я только окуней собираю. Так, тоже будем фоткаться. Операция подкачка. Да, рыбалка, конечно, у меня сегодня. Блин, а че она так резко начала сдувать? Надо искать, где пробоина. И срочно заклеивать. Это и правда лодки, конечно, уже, блин, 20 лет, ну, 100%. Так, все, вроде подкачал. Давай, жует, никак не зажует. Мелочь. Двойной подброс вообще нормально работает, вот очередной. Сразу же. Причем, несмотря на то, что резина достаточно вот тонкая, видно, да, какая, она нормально держит поклевки. Ну, крепкая. Вот в прошлый раз я был здесь, ну, ни разу меня щучка не брала. А в этот раз уже даже две поклевки. Снимал, надо было, в принципе, выбросить видео. Я подумал, кому интересно, как я тут этих писечных окуней ловлю. Но сейчас обязательно выкину уже. И... То есть нету тут такого, что вот или там именно окунь стоит, или там. Вот я во все разные стороны кидаю, и везде он поклевывает.
приплыл обратно, сплавал туда, приплыл обратно. И... Что это такое? Окуня щука схватила, окуня щука схватила. Смотрите. Вот это прикол. Вот это прикол. Давай, боец, живи. Так, ну вот тут я хотел еще побросать. Есть. Когда мы дрейфуем. Угу. Не очень хорошо. Не хочется якорь мочить. Сейчас встану обратно на траву. Ну, к вечеру и ветер стих. О. Сразу. Сошел, что ли? Не, вроде. Просто на меня пошел. Мелкий. Есть. Надо давать просто зажевать ему. Красота. Есть. Есть, иди сюда. Блин, ну кайф, а? Ну не кайф же. О, иди сюда. О, достойно сопротивлялся, хоть и говнюком. Во. Ну, там поменьше, кстати, клювали. Вот ультралайт, я в этом году попробовал, всегда хотел. Блин, реально, это удовольствие. Ты чувствуешь это все на таких вот каких-то минималочках ловишь, и, ну, не знаю, это совсем другое. Совсем другое. На каждый... О! Есть. Есть. О, этот, наверное, побольше. Этот побольше будет. Иди сюда, дружок. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Причем так докушал за кем-то. А такой окунь, вот такой, уже... Нормально такой дает сопротивление, такая уже борьба прям с ним. О, красавчик. Кто-то его кушал. Ну не красавчик ли? Красавчик. Есть, иди сюда. Иди сюда, говнюк. Сейчас реально на каждом забросила в окуня. На каждом. Рака тоже берет. Есть. Опа. На рака побольше взяла что-то. Хорошее. Просто засосала со дна. Давай, вылазь, кто ты? А, он просто намотал на себя травы кучу. О, о. А, ну так, в принципе, да, тоже неплохой. Засосал рака. Хоть и крючок небольшой.
такой рак, тоже китайский. Оставлю тоже ссылку на него. Есть, ух ты. Неплохой еще под конец. Это на... прям сразу только упало и бам. Кто ты? Кто ты? Иди сюда. Иди сюда. Хорошенький, хорошенький, да. Опа. Такой вот. На фоне заката. Ну, подразбежались, видно, окуни. Вот у меня лодка, короче. Во. Почти полностью сдулась. Как я на ней плавал. Так, ну вот такая вот рыбалка получилась сегодня. Поймал. Ну, нормально поймал окуней, в принципе, клевали неплохо. Все на этот червячок. Он сегодня хит. Ссылку я на него оставлю, кому интересно. Ну, рыбалкой доволен, клево провел время. Тут вот еще такой ветерок был целый день. Надо было чуть раньше приехать. Днем получше все-таки окунь клевал. Ну, в конце, конечно, попал на раздачу. И прям на каждом забросе. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Увидимся в угодьях.